Канал Таежный обитель приветствует зрителей, кто смотрит мой канал, друзей. Вот это видео называется «40 лет спустя». Вот это зимовье. Я нахожусь на Караурэке. Это верховье Зеи. Я сплавляюсь с экспедицией Зейского заповедника. Мы находимся практически на территории национального парка Токинско-Станового имени Григория Анисимовича Федосеева. 40 лет назад, 42 года где-то примерно, в этом зимовье я охотился. Охотился я потом 5 лет здесь. Караурэк, я сказал, черная речка. Это зимовье строили лесоустроители. И я после них тут его маленько подделал и охотился. Вот охота вам показать, что за 40 лет зимовье практически превратилось в труху, если за ним не приглядывать. Там печка стоит, это вот уже дрыгается. Это задвижка для печки. Труба, медведь что-то ими занимался, вот согнул, вытащил. Хлеб-печь, вот такая старинная хлебная форма. Вот дверку делали для дверки. Вот эта штука была, непонятно, не пойму как. Забыл на своем зимовье. Все уже шатается. Кстати, вот медведь тут проделал тропу мимо этого зимовья. Позагнул тут лисинки. Я сейчас, наверное, вам покажу. С другого ракурса, с руки сниму. Вот медведь сделал тропу. Я покажу, как он оставляет следы. Вот тропа уходит в эту сторону. Вон это зимовье как будто. Вот смотрите, как он оставляет следы. У него следы, вот, прям видно. Вот след, вот след, вот след, вот след. Такие лапки остаются. Крупный медведь. И вот он ушел туда, куда-то, в сопку. Но зимовье ему почему-то нравится. Вот оно, зимовье разваленное, старенькое. Он тут загинает вот лисинки рядом для чего-то. А вот те две лисинки вообще странно загнул. Вот видите, как он их загнул? Там внизу тропа. Лиственницу позагнул. Позагнул, что он хотел тут показать. Что, ну, явно, что он хотел показать, что он тут хозяин. Вот это его тропа. Вот видно, он иногда лиственницу как бы обдирал. Вот это зимовье. Сейчас я его внутри вам покажу. Вот печка такая. Здесь окно было большое, были нары, столик, все тут развалилось, завалилось. Но я тут прожил счастливые дни. Тут, кстати, вот буквально за зимовьем озерко было. А на ту сторону, вот туда, хороший березняк. Хороший березняк. Тут уже березы пошли. Откуда мы спускаемся с верховья Зеи, там практически таких берез нет. Вот такое замечательное место. Караурэк. Я всем зрителям желаю удачи, радости, любви, красоты, творчества, здоровья, гармонии с самим собой.
и с окружающим миром. Пока-пока.